Дорогие друзья, в сегодняшнем видео разговор пойдет о эврикоме длиннолистной, либо тангат али. И это препарат, который на рынке позиционируется как афродизиак. И постоянно выходят какие-то новинки. И я недавно посмотрел, и в интернет-магазине вижу, что тангат али в форме настойки. Это очень интересное, конечно, смелое заявление сделать настойку. Давайте сегодня посмотрим, насколько настойка из тангат али может иметь какой-то эффект. Но его главный вывод. Давайте посмотрим. Итак, тангат али, либо эврикома длиннолистная, это растение, которая произрастает в основном в Малайзии, также в Таиланде и в Индонезии. Но самое лучшее качество это в Индонезии, чуть похуже в Малайзии, там оно занесено там, в Красную книгу, уже почти все растения уничтожили. Что это за растение? Это дерево. И самое эффективное это корень этого растения. И для того, чтобы получить вот это действие афродизиака, да, необходимо концентрировать действующие вещества из корня. И вот я смотрю, что продается препарат тангат али в форме настойки. Это абсолютно неверный подход все пихать в настойки, потому что действует тангат али только лишь благодаря наличию горечи в составе. Горечи это эврикоманон, но это химическое вещество, не буду вдаваться в подробности. Там должно быть определенное количество. Конечно, никакой производитель сейчас не указывает никаких количеств. Просто пишут вот эврикомы и все. А конкретно, сколько там этой эврикомы, никто не пишет никогда. Это очень странно. Есть эффективная трава, действительно. Но это не трава, это дерево. Эффективный корень, который... Куча исследований было, что он действительно эффективен. Но на самом деле, то ли как бы производители... не вчитываются в это, либо им все равно, лишь бы продать эту эврикому как афродизиак, и люди купят, и несмотря на то, в какой это форме. Итак, действующие вещества эврикома – это горечи, так называемые квасиноиды. И именно эти горькие вещества способны вызывать вот этот эффект афродизиака. С чем это связано, да, эффект? Это повышение тестостерона. Иными словами, это тестостероновый бустер. То есть повышает количество свободного тестостерона. Так вот, эти горечи невозможно использовать в форме настойки, потому что это настолько горько, это настолько противно, что в форме настойки это никак нельзя принимать. Какая гадость. Поэтому единственная форма, когда можно покупать эврикому длиннолистную, тангат али, это форма порошка в капсулах, потому что когда у вас есть капсула, вы проглатываете ее и не ощущаете этой горечи. И это единственная возможность вам принять этот тангат али и получить нужный эффект. Поэтому мне, честно говоря, вот это удивляет, насколько производители, они тратят деньги, тратят средства, этикетку наклеивают и пишут настойка из тангат али. Так вот сказать, покупайте, это такая форма настойки. При этом они совершенно не думают о том, что это настолько горько, что это невозможно принять. Таким образом, у меня складывается впечатление, что это просто на самом деле какой-то фейк, то, что в настойке в этой ничего нету. Поэтому, как вывод, если вы видите тангат али в форме настойки, тут же разворачивайтесь и не покупайте этот препарат, потому что это фейк. Это реальная какая-то вот обман. На этом все. Если вам понравилось, жмите лайки, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте свои комментарии.